15 сентября 2019 год. Вот так, хорошо. Вот такая альтернатива осеннего велодня. Так, здесь будет велогонка еще от 3 до 12 лет. Дети будут участвовать. Как нам объяснили, в 2 часа начинается, 150 гривен с носа. И по лесу там 20 с чем-то километров будут пилять. В общем, квестов тут много разных. Ну, это, наверное, называется так. Вряд ли спонсор. Название организации. Вот то. А, здесь еще концерты будут. Итак, это национальный конкурс в 8 городах Украины: Киеве, Харькове, Полтаве, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Винница и Одесса. И